Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 6. Так, сейчас у нас будет первый день, мы масштабно скупим популяцию. Прям, ну вообще, о! На все бабла не хватило, но основных купили. Клон глаз дракона. Да нафиг он нам нужен? Мы уже до такого уровня докачались, что нам в принципе ничего не надо. У нас в принципе крутой дядька ходит. И вываливает. Вот тут шахта, кстати, имеется. Так, вижу замок. Вижу к нему подход. Иду убивать. Вижу замок, вижу подход, иду убивать. Так. Изумрудный, ну, тут уже нам низкую угрозу рисуют. Тоже, так, строение захвачено. Тоже в галочку отстроим. Замок. Так, ну я чё, я предлагаю еще недельку сейчас подождать. Скупить сейчас полностью всю популяцию. Ну, купили замок, надо купить популяцию. Точнее, захватили замок. Так, покупаем популяцию. Ой, а популяция, кстати, какая-то половинчатая. Ну, давайте тогда займемся отстройкой, что ли, этих других. А что тут можно? А, типа вот эти всякие ништяки, ладно. О, 7500, бабла нет. Вы что, прикалываетесь? А вот так, если. Еще и вот так. Так, давайте строить пока главные. Да, надо замки отстраивать. Так, ну все, популяцию купили, в принципе. Тут я смотрю. Блин, ну как они там 32? Это потому, что они подбежали, он это рассчитал. Господи, тупость, 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 лысая тупость, полная тупиндос, ты такой миндос. Да пофиг мне уже. Пофиг уже на все. Так, давайте опять-таки города строить. Так, отлично. Построили. Так, продолжаем. Теперь пошли грейды строить. Угу. Ну вот, более-менее красиво получается. О, это ж мы вот к этому, да? А как нам сюда выйти, непонятно. А, так нифига, это барьер. То есть надо искать. Это выход как раз-таки, я понял, куда. Блин, вообще фиг ли я бегу, мог бы портал раскрутить. Ну ладно. Фиг с ним. Так, стройка, стройка. Сколько у меня тут осталось? Ляп. Сейчас будет седьмой день. Блин, кристальчиков не хватает. Ну, конечно, не хватает. А как вы хотели? Так, ну давайте этих самых отборных сущностей загрейдим. Блин, а вот сейчас у нас явно не хватит бабла все купить. Хотя практически... Ага, практически, ну да.
Ну да, ну да. Дайте пару дней подожду. Сколько нам надо? 20 кристаллов. Мне надо 20 кристаллов. Ну вот, уже более-менее. Так, это скорее всего вот тут вот куда-то вот сюда идет отвилка. Во-первых, надо разведать, чего вот здесь. Ой, арена. Ёпты ж бдыш. Так, а у меня, кстати, доспехи есть. Доспех легендарного героя. О, у меня есть место под доспехи. Сейчас мы оденем их. Ну, давайте сначала победим арену. Блин, они слабо у них тут на арене этого лута. Два и 1К будут ходить. 1 и 4К будут ходить. Даже один, даже меньше К. Ой, ну они так слабо кастанули, что вообще трешак. Во, нормальдыс. Так, кто ходит? Вы? Ну, пошли, пошли. Всеми будем идти драться. Тут чем быстрее мы победим, тем оно лучше. Так, я вообще колдовать что-то смысла не вижу. Мы и так побеждаем. Все, один этот сложен. Лукарь. Не, можно единственное этим добавить дымаги, чтобы они побольше фигакали. А ты иди тут с этими с волками разбирайся. Чисто такой кентавр. Ля-ля-ля, перебежал такой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, шикарно. Так, ну добиваем этих, все. 430. Так, все, отлично, снесли. Берем кровь. А, кстати, как у меня с репутацией? Осталось 150 очков. Так вот, вот эту вот шнягу я тоже хочу. Ну, одна это... Ко всем остальным характеристикам. Разве это здоровская прям такая чини нафиг, блин, реликвия? Тоже мне, блин, нашли. Плюс 2 ко всем остальным основным характеристикам. Так, а с этой стороны просто шахта, да? Ну, получается, куда-то сюда надо бежать. Сейчас побежим туда. Сейчас побежим сюда. Гоблинцы. Тут всякая хрень. Что за сапоги? Сапоги путника. А у меня что за сапоги? Сапоги первооткрывателя. Да пофигу мне на них. Так, я так понимаю, надо снести вот эту. Ну, тут ерунда, а не армия. Это мне все не надо. Доспех чешуи дракона. Может, он повеселее, чем тот, что на мне одет. А ну-ка. Сносим там 3 кентавра. 5 магической физической защиты.
Ну, защита у меня страдает, у меня 76-40. Так что... Вот атаки у меня, Нужно конечно, много. захватить форт, чтобы разбить этот нечестивый союз тьмы. Так давайте разобьем форт. Делов тут 5 сек. Вообще. Прирост очков умения ярость. 1000 золота в день. Минус 10 к инициативе Дадим вражеских. им еще одну ночь. Отходим! Так, и что теперь? Ага, теперь снят вот этот барьер. То есть мы теперь можем, в принципе... А я даже знаю, как мы теперь можем. Так, тут ничего сверхценного нет. Обломок лунного диска надо забрать. Так, отлично, еще один обломок. Так, теперь надо снести вот эту штуку. Ну, я возьму просто дальность плюс 6, видите? Так, теперь еще надо нам, наверное, мощным портальчиком улететь. Ну, там, куда улетели, да? А сейчас мне... Кстати, города, 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 города. Забыл опять их строить. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Так. Так. Перелетаем базисным порталом вот сюда. И тут мне надо вот к этому. Этому. Так, бабулес кончился. Надо бы подкупить. Кстати, у меня и эти кончились. Давайте докупим. Блин, ну еще чуточку сливаю, короче. 10 тысяч хватит. 9, да блин. Ну нормально, 4 этих не смогли купить, то уже ерунда. Купили кучу армий. Так. Пропускаем ход, бежим. Пропускаем ход. Бежим. Так, тут открыли проход мы. Этот проход, ага, ведет к еще одному проходу. Туда указывает стрелка. Так, ну эти сундуки с сокровищами мне нафиг не нужны. Люди-человеки напряглись. Низкая, незначительная. Ну, сносим людя человека. Отлично. Так, перестраиваем сразу город в свой. Он в галочку отстроен. Надеюсь, что да. Ну да, в гал. Ну, практически там по мелочи. Так, новая неделя, раз уж тут такое дело. Ага, этот проход закрыт, да? Так, тут захвачена шахта и, в принципе, я так понимаю, тупик. Денег нет, ничего нет. Идем убивать. Так, что тут не обломок лунного? Нет, щит часового. Тут. О, чувак выбежал откуда-то снизу. Небольшая угроза. Ну, сносим его нафиг. Снесли. Ага, вот здесь подъемчик. Обломок лунного диска. Шикарно. Это последний? Тю, блин, дает возможность призывать. Я вот это собирал. А я-то думал, он мне слезу Асхи даст. Тю, блин, хрень полная вообще. Это такая подстава сейчас была. Нафиг я их собирал там. О, броня. Броню мы возьмем. Так, ну это без потерь там практически.
Высокая, нифига, хухры-мухры. Какие, а где ж тут высокая это? Этот свет, моя душа, нет абсолютной истины. Маласа, укрой меня своей тьмой. Так, и снялся вот тот портал. А, ой, точнее, не портал, а этот. 30 кристаллов, 50 разъяренных циклопов. Нормальный ход, блин. Так, перестраиваем эту шнягу тоже. Перестраиваем эту шнягу. Ну тут что осталось нам? Преследовать, мазафакеры. Я кровь качаю. Так, тут я так понимаю тоже как... О, тут замок. Ну, низкая угроза. Сейчас мы его тоже отожмем, этот замок. Все, отжали. Еще. Теперь точно отжали. Сразу же его перестраиваем. Так, я так понимаю, это все по квестам. Остаться непобежденным, победить правоверных Асхи. Победить сумеречно. А чё, правоверные Асхи еще ходят? А, да, ходят. Так, ну давайте скупим армейку. Блин, так не пойдет. Нет, я город... Я тогда сейчас этот город... Подождите. Я тогда сейчас этот город... Вот этот сейв загружу. Я просто прыгну в этот город. Я же не знал, что он все захватит-то. Вот, я просто сейчас в него прыгну. А я что-то и не думал, что там так... Забыл уже, что там так выход прям рядышком с городом этот... А он фигак и забежал, захватил. Так, подождите, это вот он бежит сюда. Ну, соответственно, выходит где-то на поверхность. А, вот здесь, да? Ну, тогда я лечу в этот город, чё? Чи наоборот, то мы не по... пофиг. Блин, вот эти стоят сколько? 15 косарей? Так, давайте скупим основную ударную силу. Чё, нападать будешь? Не, он куда-то побежал теперь туда. Так, новый день. Ну, давайте по мелочи на 20 тысяч прикупим, что можно. 10 этих циклопов. Блин, циклопы, конечно. Они не такие сильные. Вот кирины сильные. А циклопы это такая себе тема. Стремноватая. Так получается, там у них еще некрофиловский, что ли, замок? Ну, раз эти правоверные ходят. Ёптить. Библиотека тайн. Давайте ее расфигачим. Возьмем кровь. Что это за шняга? Золотой гусь. А, кстати, золотой гусь мне нужен. 2000 каждый день. Это неделю лишние 14 тысяч. Это серьезно. Это как замок дополнительный. Я его сейчас воткну. Вон, вместо призыва фениксов они уже не актуальны. Ой, здесь еще есть золотая шахта, охраняемая, точнее, держущаяся фортом. Сносим форт. Так, есть шахта.
Ой, две золотых шахты. Вот это вообще красота. Так, правоверные аски все еще ходят. Так, и здесь куда-то сюда. Ага, тут еще форт. Кстати, форт фортами. А чё я их не перестраиваю? Чё их не перестроил? Перестроить его срочно нафиг. Так, все, есть коннект. Теперь вот эту всю шнягу перестроить тоже. Так. Есть коннект. Теперь вот это все дело тоже перестроить нафиг. Так. Есть коннект. Замечательно. Чё тут лежит? Кулон мастерства нафиг не нужен. Так, ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.